Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, добрый вечер. И же везде сы, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подателю приди вселесленны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Прибудь с нами в этот вечер, сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 5 апреля 2019 год. Мы продолжаем разбор пособия по изучению Евангелия от Марка. 7 глава с 1 по 24 стихи. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев. Не едят, не умыв тщательно рук, и придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное. И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, дабы соблюсти ваше предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, что карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много сему подобное. Призвав, весь народ говорил им, слушайте меня все и разумейте, ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал, исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские, Сидонские, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Нужно вникнуть в образ мысли фарисеев и книжников, чтобы понять их. Религия представлялась им в их глазах прежде всего рядом правил,
толкований и обязательных обрядов. Пророк Исаия, 28 глава, 10 по 13 стихи. Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им говорили, вот, покой дайте, покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать, и стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Мало-помалу толкование закона и масса самых мелочных предписаний, предания Халаха получили первенствующее значение, считались наравне обязательными с законом Моисея и заслонили собою суть религии, внутреннее отношение к Богу. Евангелие от Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И Матфея 5:20. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Ну, здесь, думаю, надо остановиться и немножко порассуждать. Если у кого-то, может быть, вопросы по прочитанному или какие-то недопонимания, и как сегодня нам эти слова применить в сегодняшней жизни, если сегодня существует ли в церкви вот эта вот заповедь на заповедь, вот это вот обредоверие, кто, может, сталкивался с этими случаями, поделитесь, пожалуйста, интересно было бы послушать. Я хотел спросить, что вот именно называется здесь под этими словами, что если праведность наша не превзойдет праведность фарисеев, то есть они же строго соблюдали закон, и зачастую этот закон они искажали. Ну, там Карван, когда известный случай, да, им Иисус отвечает, что это означает, что родителей можно пустить по миру, сказав, что все деньги, которые на твое содержание полагались, я отдам в церковь. Вот. Но мне кажется, лично здесь, я сейчас толкование не смотрел, что с нас само собой спрос за соблюдение постов, заповедей, но помимо этого мы еще должны, видимо, дела такие благие являть, именно истина. Вот эту тему можно как-то пошире раскрыть? Есть желающие пошире раскрыть? Ну вот мне сразу на память пришло Матфея 23 глава вот на эту тему. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Двоеточие. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, вы же братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах.
и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Вот, то есть упор, вот что значит превзойти праведности книжников и фарисеев? Это вот фарисеи, они говорили, учили, вот он, и Христос говорит, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. Ну, в плане того, что учили это закону Моисееву, неискаженным. Вот. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. Вот и эту заповедь, например, отношение почтения родителям. То есть они учили почитать родителей? Ну, конечно же, учили. Но вот истолковали в криф и в кось, что вот... А почему они так истолковали? Сребролюбие, карван, дар Богу. А Богу это значит им, фарисеям и книжникам, тот, кто у руля. Вот и все, и Господь их обличает. А как нам превзойти? Да вот и родителям помогай. И в храм не забывай жертвоприношение приносить и ближним. Вот ты и превзошел. А раз они сами так вот учили, естественно, что они... Сами, видимо, своих родителей не почитали, раз. Вот. Ну, что еще тут? У кого какие? Ну, знание Слова Божия, Наталья пишет, и исполнение. На следующий день их... На сегодняшний день их и слушать не надо. То есть, сегодняшних книжников и фарисеев, которые-то они даже и... Те, кто хоть в книжнике Христос говорит, соблюдайте их, что они велят. Сергей. Да. Еще раз объясните по поводу «никого не называйте отцом», а у нас сплошные батюшки отцы. Ну ты на прошлом занятии-то была, нет? Не была. Нет. Вот, объясняли вот. В записи вот возьми, да посмотри, время тратить на одни и те же вопросы отвечать. Хорошо, ну, посмотрю. Давайте, ну здесь сейчас я вернусь, как бы, может кто-то и подзабыл. Вот. И отцом себе не называйте никого ни на земле, ибо один у вас отец. Вот отец с большой буквы. Вот, который на небесах. То есть не нужно называть себе отцом с большой буквы никого. А отцом с маленькой буквы называйте, потому что апостол Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Много у вас наставников, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе. Открыть это место? Нет, нет, все поняла. Спасибо. Спаси Христос. Вот. То есть, и вот которые любят себя называть. Отец, 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 а он и не родил никого-то, еще, вот, еще, это другая сторона медали. Он духовно никого не родил, какой он отец? Вот. Поэтому и не называйте никого отцом, здесь Христос имел в виду, ну, в смысле, вот, 1 Коринфянам 14:15 сейчас. Ну, давайте, откроем. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. А, 4:15, простите, я смотрю, что-то не в попад. Да, вот ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. То есть раз немного отцов, значит они были. И он себя в число отцов этих сопричисляет. Сам себя называет отцом, но он сам себя называет отцом, он дальше говорит,
печать моего апостольства вы в Господе. Вот и все. И вот спроси, а кто мой духовный отец? А как его не называть отцом? Как раз хотел сказать, как нам Игнатий Тихонович? Да, вот. А как его отцом? Он родил нас во Христе Иисусе благовествованием. Я и в утреннем правиле молюсь, помяни Господи отца моего духовного Игнатия, батюшку и Иоакима. Батюшка Иоаким, он и отец, как бы, но меня родил Игнатий Тихонович. А брат его, отец Иоаким, причащает меня, то есть я их обоих называю. Через кого родился духовно, тот и отец. Но есть такая поговорка, отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Вот еще, тут тоже, но это уже наставник, то есть он наставляет, как бы, вот. Поэтому, а мы привыкли, батюшка сказал, а он и нам и не батюшка. Батюшка это тот же отец, батя, батяня, мы так раньше тятя называли, батя. Вот. А он редко, когда батюшки идут на благовестие и кого-то рождают духовно, они уже либо на готовом на чем-то, на, вот. А тут вот и сказано, что сели на Моисеевом седалище. Никто их не садил, они сами сели, фарисеи и книжники. То есть они сами эту власть захватили, сами себя назвали отцами. Вот, а поэтому Христос говорит, а вы не называйте отцами никого. Но они до Христа назвали себя отцами. И поэтому, когда Христос пришел, они говорят, да кто такой Христос? А Христос и говорит, один у вас наставник, Христос, сам себя, никому не верьте, я родил вас, как апостол Павел говорит, так и Христос говорит, ну, вот. Вот, и он их обличает, они говорят, но не делают, сердце же их далеко отстоит от меня, то есть они Слово Божие заменяют вымыслами человеческими. Псалом 118, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Вот это надо четко. И кто сегодня из батюшек скажет, как Кирилл Иерусалимский, если мои слова не сходятся с Библией, не верьте и мне. Вот, если ты можешь себе такое сказать, молодец, не можешь, значит ты вот фарисей, книжник, лицемер, свое учение толкаешь, и тебя не нужно отцом называть. Потому что не сходится со Словом Божьим. А раз не сходится, значит, отец ваш дьявол. И да будет вам анафема, если вам благовествует не то, что мы вам благовествовали. Послание Галатам. Вспоминаем, да? Там, по-моему, какая она? 2.8, что ли? И 1 или 8. Но если бы даже мы или ангел с неба стали благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Что такое анафема? Кто знает? Проклятие. Проклятие, отлучение от церкви, да будет тебе как язычник и мытарь. Все, он уже не брат. Балаболит от себя тяну. На Слово Божие плюет. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема. А любит или не любит, вот и заключается. Соблюдает или не соблюдает. Или бывает соблюдает, а только на показ. А как один дома, как говорится, шторка иконку закрыл, и боженька не видит. Многие так вот и верили, что Бог только с иконой видит. Ну, а иконку закрыл шторкой, все, пошел в пост, сметанки поел, потом открыл, все. Ну, обтерся. Вот. А то, что посты, то, что церковь повелела, соблюдать, соблюдайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят соблюдать, а сами не соблюдают. Вот их какие дела. Поэтому вот превзойти, значит, это нужно соблюдать то, что они велят вам. Вот это вот и превзойти. Он и прямо говорит, потому что они говорят, они делают. А сегодня даже вот Наталья говорит и не говорят, как должно. Вот куда церковь укатилась.
Так, ну и есть у кого-то еще дополнение, возражение, замечание, вопросы? Вот вопрос Наталье. Или кто там пишет у нас постоянно в чате, и уже читать невозможно. А реальные действия какие, кроме того, что вы в чат написали? Вот я каждый раз читаю и думаю, вот кроме Игнатия Тихоновича, там, правящему архиерею кто-нибудь писал, патриарху писал, у нас на местах вот так вот против Евангелия батюшка вышел и говорит, действует. Вот против таких-то вселенских соборов вот такие-то постановления нарушаются. То есть конкретно, не здесь в чате написать у нас, а конкретно написать правящему архиерею, который может этот вопрос решить, как бы. Давайте мы вам поможем. Просто я читаю каждый раз и не знаю, что с этой информацией делать. И уже удивляюсь, как люди вообще молятся. Там стоишь, этот не так делает, этот не туда свечку поставил, этот поднос понес. То есть как молиться-то уже? Я не представляю вообще. Да, правильно брат говорит же, что это же над священниками есть же этот же. То есть, да, что ему написать, что делается. Откуда же он знает, что делает, как, ну, это в церквях, да? То, конечно, надо что общать. Если что-то неправильно, ну, неправильно или не так делается. А можно я немного дополню? Да. По поводу вот праведности, не превзойдет праведности книжников фарисеев. Вот я вчера случайно открыла проповедь Иоанна Златоуста об Иове. И там вот указывается это место. Иоанн Златоуст дает такой комментарий. Чем больше научены люди, тем более справедливо и более строго обозначил Христос, да, обозначил критерии добродетели. То есть получается, Христос, вот эти книжники и фарисеи, они были успокоены, вот тем, вот они заповеди исполняют и все. Вот там все, я там не блужу, я там отца и мать почитаю, я все, они успокоились. А Христос эти заповеди возвысил на другой уровень. То есть нету, у Господа нету какого-то предела совершенства. Чем больше ты становишься, как бы, чем больше ты совершеннее становишься, тем больше ты видишь, что нет предела, что ты грешный. Ну, я так поняла эти слова. Ну, не знаю. Игнат Тихонович, можете тут разрулить немножко? Ну, так давайте, уточните поточнее, что нужно. А вы отходили, не слышали, да? Ну, я стоял, я не внимал этому делу. Что тут? Ни налево, ни направо, чтобы не уклониться. Давай. Ну, сестра, вот как ты поняла, что вот праведность книжников и фарисеев, она говорит, что вот они соблюдали, книжники и фарисеи, а чтобы превзойти праведность, нам тоже надо соблюдать эти заповеди, но как-то вот по-особенному вот возвышеннее, нет предела совершенству, при этом понимая, что мы тоже грешные все. Что-то я как-то не внял. Это вот. Ну, пусть она еще раз может повторить, может я неправильно интерпретирую. Но... Я ухватил, все понял. Правильно рассуждает она. Вот они платили десятину, а ты 3/10 плати. Вот, они постились там два раза в неделю-то, а у нас получается 7 недель подряд. Наша праведность уже превысила их. Ну, а себя-то мы осознаем никакими по сравнению с ними. Они были ревностные, детей учили. А сейчас ребятишек-то рядом не посадишь. Они прыгают да скачут. Тут уже от нас не зависит. Надо быть внимательным. Что они делали? Из фарисеев получались апостолы, а из саддукеев никто. Фарисеи – это православные мы. А саддуки – это сектанты, еретики. Они там все укорачивают. Только одним пользовались законом Моисеем и Пятикнижием, Тору.
А мы признаем и больше, и канонические книги, и творения святых отцов. То есть мы превысили их во всем. У них правило на правило, а у нас на одно правило 100 правил. Так что мы тут праведнее тоже. Православная церковь позаботилась, чтобы наша праведность была выше фарисейской, но чтобы сами мы фарисеев не превратились, а были открытые, свободные, веселые, радостные во Христе. Вот она так и объяснила, я понял, правильно. Ни налево, ни направо, мы прямо проехали. Ну вот еще брат говорит, почему сегодня никто не пишет письма-то о безобразиях вот этих фарисейств. Вот это фарисейство, где правило на правило, заповедь на заповедь, обрядоверие, вот эти свечки пишут, всякие там. Пишут. Вы почитаете, что Максим Степаненко последний раз сказал, я тут выставил в роликах. Я назвал этот труд столетия. Раз в столетие такие материалы появляются. Он ударил не по конкретному человеку, а по всей системе. Вот в этом его подвиг, системе всей. Так что и втихий говорит, даже сейчас выступает, с чем не согласен. А уже сколько мы говорили в наших роликах, в наших книгах, это хватит на целое поколение. Тем более, вот, если кто зайдет на наш сайт, и там справа папки идут, семья, работа, и ты откнешь там все, что про работу я отвечал. И, наконец, разбор выступлений. Я там делаю разбор, вот патриарху Алексею II задают 60 вопросов. К примеру, так, бывает туда-сюда 5 лишних вопросов. Он, в книге у меня помечено, как он выслушал и как ответил. А дальше я даю ремарку, пояснение, как он ответил, правильно или неправильно. Потом я разбираю там разбор тоже. Тогда был митрополит калининградский, вот он, Кирилл, который стал патриархом. И у него также интервью брали, вопросы-ответы. Старообрядческий митрополит Адриан, Максим Козлов, он при, там, как называют, что там, священником на Ленинских горах, Ломоносовским. Да потом там еще Амвросий Юрасов, я его разбираю. В среднем получается у всех, в среднем, по 6% ответы правильные. 6, а 94% неправильные. Какой еще разбор? Кто пишет, не пишет. Книги-то разошлись везде, в интернете. А сколько я им об этом писал? Обо всех отступлениях. Я писал генеральным секретарям, когда об этом заикнуться нельзя. Горбачеву, Брежневу, там, Черненко, Андропову, патриарху Пимену. Ну, сказать все никто не говорил, это не будет верно. Андрей Кураев, смотри, как засветил им. Вот этих садомитов-то всех выявил. Это немалое дело. Находятся люди, которые говорят. Вот так. Ну, выявил он этих садомитов, и что? Все так и остались на своих местах. Правильно ты говоришь. Молодец, увидала. Но Господь стоит, Иоанн Креститель, и говорит, порождение ехидины, кто внушил бежать от будущего гнева? И что изменилось? Да ничего не изменилось, распяли Христа. Что изменилось-то? Какие они были воины? Воинам, говорит. А возьми, сколько апостол Павел говорит волхву Елима. Ты враг всякой правды, сын дьявола, доколе будешь совращать с прямых путей Господних? И что? Все волшебство вокруг было. Все, он прекратил? Нет. Главное нам быть верными. Нам нигде не поставлено прекратить это зло. Вас поведут перед царей начальствующие для свидетельства, а не для исправления. Так что, дорогая сестра, ты посчитай внимательно. Для свидетельства. Он за свидетельство не приняли, а это не зависит. Господь 1900 раз в Библии говорит, придите и 2 раза отойдите. И что на нас сыграло? Да подряд отойдите. Кто... Пророк Исаия говорит, кто поверил слышанному от нас? Или кому открылась мышца Господня? Ну кому? Кто поверил? Я вот здесь нахожусь 70 дней уже. 70 дней в чат рулетки. Это не 2 дня. 70 дней. И что, многие обратились? Может быть, не одного. Но главное, что засвидетельствовано. Это все видно в наших роликах, которые выставляем.
какие люди приходят, малые дети прислушиваются внимательно. А то семя не так. Ну ты посеял, да. А почему не взошло? Подожди. Написано, человек ложится, спит и не знает, как всходит. Показывается зелень, а потом уже колос. В один день не бывает так, посеял и жатва. Главное, семя брошено. Брошено без кривляния. Брошено без ужимок, без приглядки, без лицемерия. А остальное Дух Святой делает. Благодать обращающая от нас не зависит. Благодать призывающая от нас, да, а обращающая. Я сказал и отошел, вот теперь благодать обращающая работает. На второй ступени я уже не могу с ним даже встретиться, помочь ему. Вот и ответ. А то, кто поверил, кто поверил. Никто не поверил, а пророк говорил, и убили, перепилили пилой его деревянной. А Иеремия разве не говорил, кричал, куда, в ров, в грязь. А кто поверил? Да никто. Две ворота не открыли, как он говорил. У всех была проегипетская политика. А у него одного была провавилонская. Открыть ворота? Ну вот сегодня бы сразу расстреляли. Гитлер у ворот стоит, 25 километров от Кремля. Ну кто сказал бы, что тогда было? Человек идет там шагами, широко мерит. Он что-то хотел передать немцам. Ну как он передаст? А вот он отмерил ногами. Да он просто шагает так. Ни слова не говоря, тут же расстреляли. Вот и все. Ну, мученик Христов. Поехали дальше. Игнатий Тихонович, я с вами согласен полностью. Вы говорили. Я про вас как раз и не сомневаюсь. А вопрос в том, что тут люди в чат пишут нам, что вот такое там-то безобразие у нас на приходе, там-то, там-то, а правящим архиереям не пишут. То есть мы-то что можем сделать? Ну, только поплакать, помолиться или сказать, хватит осуждать, напиши. Да, да, да. Или греха набраться. Ну что делать? Теперь вопрос определенный, что делать? А мы делали, нет. У меня ответ один, еще ничего не делали. Сколько вас? Отдельно собираетесь? Занятия идут? Нет. А сколько было братьев и сестер? Да вы начинайте работать. Вот они упрекают, там кто-то продают. У нас не продают, две общины у нас нигде не продают. 27 лет ни одной свечки не продали, а свечи горят, чисто восковые. Не мерзость, которая в церкви там трещит и капает. Красная, синяя, зеленая. Это мерзость. У нас чисто восковые. А с тарелкой, у нас с тарелкой 27 лет и никто не ходил. Ну можно же сделать, и никого посторонних нет. Ну читаем 5.23 Деяния апостолов. Из посторонних никто не смел пристать к ним. Никто. У нас никого нету. Ворота закрыты, никого нету. Нищих нету. Ни одного мошенника нету. Можно сделать? Можно, но это надо работать. Работать и день, и ночь. А то нельзя сделать. Ну, нам, мы даем пример. Две общины. Даже вот когда приезжают священники, и как-то зашел разговор, вот у нас батюшки не будет отца Якима, как будет? Священники, которые там были, они отвечают, мы в епархии никто ваши общины не потянем. Приезжает архиерей и говорит, у вас такие вопросы задают, я себя чувствую, как в подвешенном состоянии. А задают вопросы женщины, в основном, вот так. А там вот за упокой молиться на 15-й день, как он вылез из огня, да ну вот такую вот всякую муру гонят. Надо работать. На благовестие. Пусть они повторят то, что мы проехали. На благовестие. Чисто миссионерская работа вдвоем. 120 тысяч километров позади. Подарки сделаны книгами на 35 миллионов. А то ничего нельзя сделать. А книги-то работают. Я вот сегодня только был в краевой администрации. И тоже пришлось свидетельствовать конкретно. Дальше посмотрим, что будет. Подготовили снимки, 144 снимка. Вот это есть что показать. Я не верю в то, что ничего нельзя сделать. Так если ты там находишься, это твой дом. Я ничего не могу делать, потому что это не мой храм там. Но я писал архиереям всем на Пасху. О крещении кричал один буквально на всю страну. И сейчас во многих храмах строят купели. Что они в них не крестят, но это от меня уже не зависит. Вот мой ответ такой, конкретно. Мы едем дорогой, доехали до Иркутска и поворачиваем назад. Маленько чуть подальше, там, на Байкал. А со мной едет там
с нами едет, один брат. И он говорит, а так дело пойдет, так мы можем и до Хабаровска доехать. А домой едем уже. Я говорю, а ты знаешь, дорогой, когда такие вещи говорят, я что делаю? А Сергей Павлович говорит, Игнатий сразу говорит, твоя идея, ты выполняй. Все. Ой, да я не могу, там товары идут, он каким-то заделался деловым. Отец у меня неверующий. Так, перестань стонать. Все, я принял. Теперь давай организуй, что требуется с собой брать. Все, поедем дальше. И дальше мы поехали уже до... Он приехал. Оказывается, груз не пришел. Отец молчит, а мы быстренько загрузились и ушли. И ушли уже не до Иркутска, до Хабаровска, Владивостока и порта Находки. Вот так. Ты сказал это, ты видишь это. Вот бери на себя это, организуй команду. А то надо что-то делать, давайте объединяться. Что объединяться? Один пишет, говорит, ну что мы делать? Пойти попу морду набить? Ну как мы объединяться будем-то? Ну ясно, что в молитве, но у нас должна быть программа. Мы должны показать что-то лучшее. Ну, не, я буду говорить, жилье плохое, квартиры, там все слышно через стены. Но ты хоть один дом построишь, чтобы не слышно было. А там холодно, а ты построишь, чтобы не холодно было. Ну сам-то начни что-то делать-то. Дети беспризорные. Ну беспризорные, дальше-то что, беспризорные. А почему лагерь-то не образовать? Вот наш лагерь в свое время был единственный на весь Советский Союз. Православный трудовой лагерь «Стан» в честь Климента Анкирского, мученика, епископа. Нас гнобили, давили, чего только не было. Приезжает милиция, вот знаете, тут где-то заключенные, от заключенных до Барнаула 150 километров нету, кто-то из лагеря сбежал. Ну, у вас тут не проходил, у нас в лесу, в Потеряевке, и он у нас бы проходил, в другую сторону пошел бы. Ну, что дурить-то? Ну и все, все почему-то преступники бегут через наш лагерь, а мы их скрываем. Один раз их прошелся по ним, поговорил, они сгинули, больше не стали ездить. Один, правда, забежал один раз, был не преступник, они приехали работать. А, видимо, в чем-то он провинился, ну, как правило, плохо работал или деньги не отдавал. Его свои же там стали бить, туркмен какой-то. И он выкатился на наш лагерь, а как раз у нас была тут медсестра. Вот вон там больно, там что-то где-то. Мы его тут же перебинтовали, сестры, накормили и сразу сообщили в милицию. Милиция приехала, поговорила с ним, забрала и повезла. У него и паспорт с собой был. Все сделали по закону. Человек заблудился, он про нас не знал, шел, случайно набрел. Мы его определили, куда надо. Отвезите его на место. Вы обязаны следить за этим. А может быть, его там... Это я уже не знаю, я не обязан вникать. Дело в том, что он пришел, накормили, перевязали. Он поднял его и дальше в гостиницу. У нас гостиница – это милиция. Еще что? Игнатий Тихонович, да. Надо ли говорить и писать везде вот это, что православие такое, православие сякое. Вот я нахожусь в православии 3 года, да, и мне обидно за православие. Не надо, мне кажется, вот так, особенно нашей группе. Ты уже говорила об этом. А теперь послушай, а как ты думаешь, Моисею приятно было говорить? 250 отменных мужей восстали против него. Восстали. Дальше самые знаменитые Дафана Верон Корей поднялись. И что, Моисей? Завтра узнаете, Бог покажет с кем. На тех пал огонь с неба 250. И кадильницы у них все обгорели. 250 головешек. А эти вместе с семьями, с шатрами, со скотиной живьем в ад. В ад преисподний. Какой там вопль стоял, крик. Только кричали, отойдите, провал такой огненный. Ему разве не обидно было? А Господь пришел к своим, а свои не приняли. Не обидно ему было? Он не пошел к филистимлянам, а не ходите, говорит, на путь к язычникам, а только к сынам Израилевым. Я 3 года нахожусь, вот то-то, то. Ну, давай все заглаживать, ради тебя ты 3 года. А я 57 лет. Еще я должен делать. И все будем скрываться друг за друга. А так православие... не заглаживать надо. Вот, как Николай говорит, надо писать, действовать. А что здесь вот писать, писать, хаять, хаять?
Да, ну обожди, слово хаять, переведи, что оно означает? Ну, ругать. Ругать, а ты начинаешь ругать? Я сказал, что милиционер, который стоит с палочкой, лежит пьяный, из-под него лужа течет. Я его хаю или нет? Ну, не молчи, только отвечай. Ну, что сравнили-то? Ну, подожди, ты не учи меня, что сравнивать. Это уж я выбираю сравнение-то. Что я говорю? Дальше. Во всех храмах не крестят мокрой ладошкой за деньги. За деньги это таинство продается. Симония, смертный грех. Его надо извергать из сана. Я хаю или нет, что сказал это? Говори, не молчи. Не, ну вы сказали, вы писали. Я писал, говорил. А тут никто не пишет, а говори. Я конкретно каждому священнику говорил. Каждому. А то это жуем. Надо писать. Вот как мне надо сделать? Мне тоже надо съездить в епископство, да, и написать. Или как? У меня веревка... Я вот, например, поступила так. У меня веревка толстая была, но она где-то порвана была. Я из нее нарезал куски, сантиметров по 20. Веревка. А потом это все замотал и пошел всем продавцам подарил. Я говорю, вот вам, на память, держите, торгаши. Скоро Христос придет, чтобы вы не ошиблись. Они тут же пересвистнули благочинному. Я пришел к нему, он говорит, это вы им подарили веревки? Я говорю, я подарил веревки. Христос порол веревками, и вас будет пороть. Ну он что, заулыбался? Он живет за счет этого. Ну что-то делать надо, ну вот и делай конкретно. Свечи вонючие эти не покупай. В храме вообще ничего не покупай. Не крутись, стань куда-то отдельно. И молись. И начнет что-то меняться. Да ничего не меняется, это неправда. Заранее могу сказать, неправда. Если мы будем делать и молиться, Господь обязательно подвигнет. Да не один, где двое или трое. Найди хотя бы одного. Я писал патриархам, подходил лично, в руки письмо подавал. Я ему подаю письмо, благословился, когда все ко кресту пошли. Пимен был такой здоровый. Да и рядом у него, под стать ему стоят эти охранники рядом. В неведомственная охрана. Я ему конверт подаю, а он меня так, даже не ударил, ничего, так за плечо и как бы толкнул. Я чуть не упал, этот охранник-то. Ну что я на этом остановил? Я сразу Зое Крахмальниковой передал. И уже к утру голос Америки передавал мое письмо воззвание. Господь и людей даст, и все как надо. Конкретно, по любому вопросу. А мы привыкли так, как сквозняк пролетели. Вот маленький пример я буду говорить. Скажут, а что вы себе рассказываете? А что я тебе буду рассказывать, когда ты ничего не делаешь? Я любому скажу. Покажи веру без дел. А я покажу и сделал. Я еду в тюрьму. Каждый вторник в тюрьму. Все едут, работают. Я как на работу еду, ни копейки нет. Я только туберкулез от них могу получить. И стоим. И тут, где мы стоим, провал так медленно вниз. Ну, довольно глубоко, сантиметров, может, на 40 асфальт провалился, потом дальше выходит. Ну, машина-то их подкидывает, а другие объезжают. Я говорю, а что ж так это? Ну, а что сделаешь? Только я вернулся из тюрьмы, давай названивать. Да нашел тогда, ГАИ были, ДПС это. Рассказал, около, на улице Пушкина, прямо на остановке, вот такое дело. Да, никому не надо. Следующий вторник иду, еду туда уже, все заглажено, катком закатали ровно, и ничего нельзя сделать. Неправда. Мы идем здесь до Ленинского проспекта, тут километр больше, и ветки прям в лицо. Что можно сделать? Мы с Виктором Савченко дождались сумерок, ножовку натащили, лесенку взяли и пошли. И спилили до самого проспекта. Ни одна ветка человека уже не трогает. Ничего нельзя сделать. Я говорю, неправда. Тут идешь на дороге... Так, ну, насыпали два блок на блок, а дальше посередке землей засыпали, чтобы им легко было разгружать это. А человек едет, он идет, стукнулся, не подняться, и все на дорогу выходят и объезжают. Пирс. Я дошел до депутатов. Нашел у нас инвалид войны, другая с ребенком. Пригласил из газеты фотокорреспондента. Они когда были, как переходили, инвалид и с ребенком, теперь газета вышла. Пригласил хорошего журналиста. И все это раздали депутатам. Никто не хотел слушать. Как поднялись, все сделали, сходы, пандусы, ступеньки, все сделали. И мне сообщили, мы все сделали как надо. Сообщили еще. Я говорю, я не это просил, убрать вообще.
ну тут уже никто не будет убирать, но сделали, что можно подняться, пройти-то метров 50-70, и там дальше опять спуск, или тележки, и по ступенькам. А то ничего нельзя сделать. Я вот про чего говорю, не конкретно кому-то. А то мы такие же люди, тут же живем. Люди ходят, а мы только поселились. И мы поселились, уже прорубили просеку. Опилили все, а ветки там днем команда едет, пособирают. И никто не знает, что это мы сделали. Я ж перед Богом делал. Я к тому говорю, что если ничего не делаем, 100% доказательство, что ничего не взойдет. А если делаем, на 50, то ли будет, то ли нет. Поэтому надо делать. Вот я приехал, Данилов монастырь. Данилов монастырь очень знатный такой. И там мы, этот Кирилл Сахаров устроил, там наверху под колокольни залезли, там как кочегарка. И он мне слово дал. Я говорю, вот один из вас предаст меня. А их там человек 12 было. Ой, ну да как так вы говорите? Я ничего не сказал. Я сказал, что один из вас предаст меня. Это не мои слова. Все, один пошел, пересвистнул. Я стою, молюсь, а тут подходит такой священник. Ну, не одетый был, только свой там подрезник, там рязка. Это вы вчера тут были, говорили. А я пальцы поперек губ поставил, показал, разговаривать нельзя в храме. А я знаю, что он священник, Анатолий звать. Он опять, это вы тут командовать начали? А я, у них кладбище, а там плиты лежат. А плиты, ну, в древности лили, отливали. Ну, памятник такой-то, генерал от инфантерии и крест. И по крестам ходят. Канон запрещает это делать. Я сказал, или спилите, или уберите. Так он такой спокойный, тихо. А я ему не отвечаю ничего. Как он фыркнул на меня. Прям вспыхнул весь. Вы тут больше не хозяйничаете, я тут хозяин. А он там как благочинный-то. Когда отцу Кириллу рассказал, да как? Это он так сказал. Он такой кроткий, такой смиренный. Ну, я говорю, я видел. Ангелок, говорит, а рога в потолок. Но я не промолчал. Во время, когда стали выходить, хор, старики уже все, они вышли туда на кладбище и стоят, курят. Перерыв у них. Я им тут же вылепил все. Кто-то потушил, кто-то стал оправдываться. И все безбородые. Да у нас работа, радиоактивные вещества, да на бороде нацепляются. Да наоборот, борода защищает. Чего они нацепляются-то? Ну врете вы все. Набились здесь безбожники. Ну тут... Ну, делай хоть что-то. Ты один, да другой, да третий. По неотступности, говорит Господь, отворит и даст хлеба. Так и мы неотступно будем стучать. Вот у меня лето, с самого лета ничего не получалось. Ничего, никак. И заказал фотографии, сделаны были. Отдал председателю сельсовета, не вернули. Звоним туда-сюда, прохода нет, докорченные дороги. Я сегодня полез в старые флешки, а там все фотографии, которые... Фотографировали лагерь. Мигом засел и уже после обеда был в краевой администрации. И уже документы сдал. Вот и все. Ничего не делать. Батюшке позвонил, говорит, отбой. А там мечутся, как достать. Уже ничего не надо. Все сделали. Сделали, а дальше еще будет, там видно будет. То есть, где был лагерь, чтобы был музей. Музей, чтобы людей научить, как это делать. Без помощи государства можно тысячи лагерей построить. И сотни тысяч детей оприходовать. Все у меня. Продолжим чтение. Нам трудно даже представить себе, какую радикальную революцию всего еврейского религиозного быта Христос проводит в 15 стихе. Давайте вернемся. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. А люди-то думали наоборот. Этим устраняются не только многие предания старцев, но иначе освещается вся та сторона законодательства Моисея, которая касалась предписаний о чистой
и нечистой пище. Это могло касаться посягательством на всю ритуальную сторону Ветхого Завета. Левит, книга 11 глава. Как туго это новое духовное начало дается ученикам. Книга Деяний, 10 глава, с 3 по 6 стихи. С 3 по 16. Он в видении ясно видел около 9 часа ангела Божия, который внешел к нему и сказал ему: «Корнилий!» Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона, кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем, рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и видит отверстое небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла, опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Ну вот мы прочли вот это вот место как раз о чистой и нечистой пище, что со Христом все это у нас отменяется. Книга Деяний, 15 глава, 5 стих. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев». То есть они вот эти вот Ветхий Завет все тянули за собой и не хотели никак принимать новое духовное начало. Так. 19 стих. «Посему я полагаю не сотруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». То есть здесь вот апостол Павел... То есть здесь вот из Ветхого Завета вот берется вот идолами, идолопоклонство, прелюбодеяние, об удавленины тоже говорится, и что с кровью не ешьте. То есть это все из Ветхого Завета перешло. Ну и далее вот, чтобы не делать другим того, чего не делать хотят себе. То, вот что касается язычников. То есть все-таки что-то вот осталось. Борода еще осталась, она никуда не делась, а то не как сектанты, а мы теперь новая тварь, яко ангелы. Нет, это надо сохранить было. Вот. Что-то сохранилось из Ветхого Завета, а что-то отвергается. Это нужно вот знать, разбираться по пунктам конкретно.
И 28 и 29 стихи. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от удала жертвенного, от крови удавленных блуда», ну, повторение, «и не делать другим того, чего ни себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Здесь вот более-менее конкретное описание. Вот, Галатам, послание, 2 глава, с 11 по 13 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал его, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устрашаться, опасаясь обрезанных». Вот такие вот у них было вот такое нелегкое время вот перехода от не устрашаться, этого фарисея. Устраняться, да? Угу. Таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. То есть он еще прилеплялся к этим иудейским традициям, обычаям и ел вот вместе с язычниками, а потом тех испугался, то есть те пришли, ну, фарисеи, так скажем, и он думает, ну, сейчас они меня устроят. И он раз утаился, и Павел противостал. Как ясно, апостол Павел впоследствии уразумел этот принцип. 1 Коринфянам 8:8. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Так, стихи 21-23. Что это? Что за стих, непонятно. «Христос навсегда разбивает всякое представление о собственной праведности человека, показывая, что у него само ядро души испорчено». Пророк Иеремия, 17 глава, 9-10 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по сути его и по плодам дел его». Пророк Исаия, 64:6. «Вместе мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как листы, беззакония наши, как ветер, уносят нас». Исцеление должно начинаться с этого центра. Подумали ли мы, что худые мысли или злоба, или гордость оскверняют нас? Мысли порождают поступки. Откуда у Христа такая непостижимая широта и глубина взглядов, до которых и в наше время многие не доросли? Неужели это могло прийти из Назарета и из Иерусалима? Лука 2 глава, 39-42 стихи. Сейчас прочтем. «И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Пожалуйста, раньше говорил, пожалуйста, вопросы, а вот сейчас, пожалуйста, ответы вот на эти вопросы. Кто желает ответить? Поактивнее давайте.
Да, как-то вот поначалу читаешь и не задумываешься, ну как мысль твоя может тебя осквернить? Вот. А вот мысли порождают поступки. Ты уже подумал плохо, уже, как Христос учил, посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце свое. То есть ты уже согласился на грех, тебе осталось только вот. Поэтому и нужно нам следить за своими мыслями и вовремя их уметь молитвой гасить и пресекать и отталкивать. Поэтому и Писание учит нас непрестанно молитесь. Вот и пример еще как раз, Сергей. Вот это ж человек, брат, же задавал, что пишут же, да, то есть не делают, а пишут, то есть, ну, грешат, то есть осуждают. Это ж первая мысль же пришла, да? А потом продолжаешь, ты эту мысль пишешь. А получается, это же грех, осуждение, правильно? Вот неправильно вы понимаете. Ну как неправильно? Ну неправильно вы понимаете. Это вы осуждаете пишущие здесь. Он пишет, у него душа болит об этом. Он пишет, он тренируется, чтобы потом архиерею написать. Он поначалу, может быть, ну, нету смелости ему напрямую сказать. А здесь, вот, ну, а если он ни архиерею не пишет, ни здесь не пишет, ничего и не будет. А здесь он начнет писать, потом и архиерею напишет. А может, архиерей ролик посмотрит, да и сдвинется все. Поэтому это вы осуждаете пишущие здесь, что они ничего не делают. Вы сами-то делаете. Конечно, я за Украину, да, но мы не пишем, а ездим. Ну, так, то есть, ну, этот, 30 километров, в общем, да. Вот. Поэтому, и прежде чем осуждать, которые здесь в чате пишут, вы спросите, а вы писали? Оказывается, писали уже и не раз. Вы их прежде времени осудили-то этих. Ну, во-первых, привожу просто пример для понятия. Пишут о безобразиях в церкви здесь, ну и там пишут. Ну а что теперь? А вас это раздражает, что они о безобразиях в церкви пишут? Вас раздражает, что они ругают церковь? То есть вас устраивает, что этот бардак творится, все, что надо не ругать и молчать? Ну так а тут какой толк тут описать? Вот видишь, этот, вот брату тоже это. Говорит, зачем? Тут какой толк писать? Ну, не нравится, не читай. А я, слава богу, прокрути, да и все. Ты читать не можешь, как бы тебе-то что об этом рассуждать. Правильно, ну я просто хотел пример привести, то есть для понятия. Ну, если так, что они тренируются, ну пусть так. Вот у них наболело, они высказались, получили благословение, написали, а сразу-то без совета дело расстроится. Сюда как бы пишутся, советуются, может быть, что-то и, может, некоторые считают, а вообще не надо их ругать, вот как Рахиль, например. А сейчас оказывается, их надо ругать, но зачем здесь вот жевать, а надо сказать, пойти и сказать. Да, как я понял, Рахиль, вот она сказала про то, что нам бы лучше на людях не говорить про то, что у нас в церкви безобразие. Если скажут сами, то да, признать, что безобразие есть, но мы стараемся с этим бороться. А вот когда мы открыто пишем где-то, что типа вот безобразие там, то мы как бы сами себя сук подпиливаем, на котором да, сидим. Да, правильно ты понял меня, Николай. Какой сук, я не пойму, о чем вы говорите, ребят. Ну что надо делать? Что типа мы за глаза про них плохо говорим, а в открытую не можем. Да, вы это имеете в виду? Типа вот как Андрей Ткачев выступал и говорит, вот попробуй, говорит, при мусульманах про мулу что-нибудь сказать, тебе башку открутят. А при наших все попов поносят, и а наши только добавляют. Вот этого делать не надо. Вот про это Рахиль говорила. Да. Ну, вы не жили в тех временах, когда на кухне было запрещено говорить о политике партии. Вот вы бы сейчас бы так бы не рассуждали бы. Какая невиданная свобода, понимаете? И
Вы что-то, я не знаю. Я хочу спросить про то, что мысли оскверняют, вот, вот предыдущие. Говорят, что мысли материальны. Мы можем так думать? Ну вот если мысль материальна, тогда она если в голове, а это какая-нибудь дрянь такая, ну ложка дегтя, она же оскверняет человека, даже бочку меда оскверняет. Ну вот и все. Можно так думать? Да. А тут так и говорится. Посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Гневающийся на брата, напрасного, есть человека-убийца. То есть мыслишь уже, замыслил брата убить, то уже она тебя эти мысли оскверняет. То есть ты говорю уже. Но бывает такое, вот я читал, смотрел ролик, бывает мысль придет, и она тебе противна. Вот это говорит о том, тогда не оскверняет она тебе. То есть дьявол тебе всевает эту мысль, ты ее отогнал, прогнал, и нет у тебя осквернения никакого. Но если ты наслаждаешься греховными мыслями, это тебя оскверняет. Ну вот я сейчас ему вот меня обидел, ты начинаешь у тебя мысль, ну вот как вот я сейчас план мести ему выверяешь, и дын-дын-дын-дын-дын, тебя накручивает, накручивает сатана. Вот это оскверняет действительно. Гневающийся на брата, есть человек-убийца, то есть ты не можешь ему простить, вот как вот он меня такое вот, обо мне мог такое подумать даже, не сказать, а ты уже ты думаешь, как бы ему ответить-то похлеще. Конечно, оскверняет. Мысль материальна, потому что оно переходит рано или поздно в дело, если ты эту мысль не пресечешь, не заметишь, поэтому и Господь обращает внимание на это. На это. А те фарисеи, они просто на внешние. О, главное, руки помыть, главное там все. Нет. Мысли-то ваши какие? Что вы о Боге думаете? А они думают о Боге. О, да это карван. Дар Богу, чем бы ты от меня пользовалась. Заповедь Божию нарушают. Заменили его вымыслами человеческими. Ты, главное, мне в храм тащи, свечки покупай. Чего тебе мать с отцом-то? Плюнь на них. Мало ли там, что Бог сказал, почитать их, докармливать. Ты Богу купила свечку, успокойся, грехи сдала, пришла на это и самое, на исповедь. Чаще, главное, приходи, исповедуйся, почищайся, свечки покупай вонючие и спасешься. Вот это вот есть лицемерие, фарисей. Вот это ж сирей, что сейчас происходит. Ты хоть сам понимаешь, что ты говоришь? Получается так. Вот это они тут опишут, все, потом пришли, купили свечку, поисповедовались, и все хорошо. Вот это ж то же самое. Я свечки не покупаю. Да я тоже не покупаю. Мне хорошо, мне действительно хорошо, у меня как гора с плеч. Вот. Я бывает иду на исповедь, и коленки трясутся от страха. Вот это хорошо. Или слезы текут ручьем. Да. А которые привыкли, знаешь, грешим и каемся. Вот это плохо. Это, от этого нужно избавляться. Одни и те же грехи, нераскаянные, мучают человека. Но, как бы говорит, увы, это начало покаяния. То есть ты осознаешь, что это грех, и борешься, ну, бывает, да, спотыкает дьявол. Нету искреннего покаяния. Может, и веры недостаточно, может, ты думаешь, что это какой-то маленький грех, там, неважный, поэтому. Камни-то большие, с дороги легко убрать, тяжкие грехи, там, прелюбодеяние, убийство, там, воровство. А вот мелкие там, подленился там, не возревновал там, ну, там еще что-то там, я не знаю, проспал там, не доглядел, мимо ушей пропустил, недолюбил, недосказал, не доглядел. Вот эти маленькие, их тяжело с дороги убирать, конечно. Но это нужно делать. Так, ну что, час у нас.
Ну вот, тоже Наталья, да, пишет. Алексей Шахматов написал патриарху и так далее. И что, он молчит? То есть кому вопрос-то непонятно, как бы тоже для информации. Делиться информацией и опытом не просто можно, а нужно. Тем более люди сидят из разных стран, областей. Вы не забывайте, что наши ролики просматриваются. И сейчас вот это вот то, что вы пишете, люди будут смотреть и обсуждать. И кого-то, может быть, тронут и пойдут и напишут. Вы написали здесь, а они написали там. Вот уже и дело тронулось. А вы говорите, не пишите, зачем жевать. Вы о тех людях-то тоже подумайте, которые душой с нами, но им, может быть, просто толчок нужен какой-то. Вот это ты здесь написал, а он дальше понес это знамя любви. Когда платишь десятину, уже молчать не будешь. Ну вот 100 тысяч подписей вроде собрал он. Ну собрал. Собрал. Ну что, разве плохо, что ли? А так рассуждать, а что толку в этих подписей? Давайте молчать. Так бы Иоанн Креститель бы рассуждал бы, а что толку этого Ирода обличать? Да пусть он с этой братой женой живет, да и... Ну что эти порождения хитины пришли креститься? Да покрестил их лоб, мокрой ладошкой, деньги собрал, да и все. И что я им буду говорить, отношения портить, змеями их обзывать? Вот. Но одно дело, да, когда в открытую он говорит порождение хитины, а другое дело бы, если бы он там со Христом бы они бы сидели бы в сторонке. Вот порождение хитины-то пришли креститься, а? Ну, это ж помыслить такого-то нельзя, чтобы они так такое рассуждали. Это я уж так. Писано, не отвечай глупому по глупости его, отвечай глупому по глупости его. Пойди разберись, что тут. А я не знаю, Виталий, ты вот это вот имеешь в виду, что про царские врата и туалеты. Игнат Тихонович раньше про это рассказывал, про эти безобразия все. Храм на первом этаже жилой многоэтажки, во главу угла поставлена священная торговля. Это уже от православных не отнять. Ну это в Испании такое вот. Ну что, не отнять. Трусость и корысть. Прокомментируйте, Игнат Тихонович. Вот в Испании такое вот Виталий пишет, сетует, просит. Я другое буду говорить. Против Иоанна Златоуста, когда его свергали, были обвинения такие, которые нам кажутся невероятными. Ему было предъявлено обвинение, что он не проповедует, а только ругается и ругается. Это мы сегодня... Книжки его печатаем, целуем, радуемся, Иоанн Златоуст, моли Бога о нас. А на нем, когда был живой, на него сморкали и ноги вытирали. И все подслушивали, где он против царицы скажет, и она его свергла. А вот теперь Господь разобрался, разобрал, все показал. Его также обвиняли, а они не молчали. Кто смотрел, если фильм, очень хорошо поставленный фильм, Иеремия называется, по книге пророка Иеремии. Там Савах, который его притеснял, военачальник, министр, он упал, он бьет его мечом, в руке меч, черенком бьет. Он уже на четвереньках стоит, сбитый, избитый, поднял голову, поднял руку и кверху, так говорит Господь. Все, не оставлю камня на камне. Все будет разрушено. Все. И Господь говорил им, да. Дает указание человеку лечь на один бок и не переворачиваться. Попробуй вынеси это, да не где-то посреди города. И главное что?
человеческий кал, то туалетов-то таких не было, а люди оправлялись, как где вот на поле, где засохнет такая же лепешка. И Господь говорит, бери человеческий кал и на нем готовь пищу, чтобы... А там какой запах-то будет? И от человека самое неприятное. Вот у лошади, ну нормально, у овечки особенно, как орешки в руки возьмешь. У коровы как-то там уже не так. А у свиньи, у собаки очень неприятное. Самое неприятное испражнение от человека. Точно так пот. Самый такой нормальный у лошади, самый неприятный у человека. Почему? Ну, видимо, грех. Пища одна и та же, переворачивают. Одно и то же пища. Просто корми всех, хлеб все едят. И лошади, и коровы. А навоз остается то же самое. И от человека такое же противное будет. Хоть одним шоколадом питайся. Вот отсюда сделай вывод. А какой вывод? Мы все такие вот и есть. И они, пророки, не молчали. Господь говорит, во что вас бить еще, продолжающий упорствовать? От подошвы ноги до темени головы все тело в язвах. Это пророк Исаия прямо обращает ко всем. А молчали они? Нет, не молчали. Иоанн Златоуст выходит и говорит проповедь. Люди собрались. Вот у нас архиерей приезжает, тогда был в Новосибирске, Гедеон он. Наша алтайская боголюбивая паства. Боголюбивая. А стоят перед ним алкаши, да, женщины, говорит, на вторую букву алфавита. А Иоанн Златоуст говорит так. Я не вижу людей в храме. Я вижу стадо лошадей. Ну как он, поносит их? Или не поносит? Или это нас пронесло? Вы разговорами своими принесли кучу навоза. Ну, что тут от Златоуста-то? Ну, это я могу так сказать. А вот оно было к месту. И далее он повернет так, что мало не покажется. Он заступался. Феогноз был какой-то князь-то военачальник, он умер, вдова осталась. У ней наследие один виноградник. Виноградник-то, может быть, гектар. Цариса занесло ее туда, видит виноград. Но она бы зашла, взяла и только с собой не брать, поела. Но ей так неудобно. Они сделали царский закон такой, что если цариса протянула руку с чужого сада, сорвала, она сорвала со своего. Да как своего? Но она его купила у тебя, так я не продаю. Все, купи, продашь. А тогда что, своровала? Это лучше, что ли? Цариса, она безгрешная. Некоторые пришли в Израиль уже по 3-4 года там, а только слышат поносные слова от Иеремии, от пророков, Иезекииля. И он сравнивает Иерусалимская церковь. Да такая она хорошая, богобоязненная, православная, самая-самая чистая. А он говорит, ну ясно дело, как Ездра говорит, у тех народов, Господи, да я посмотрел, что они делают. У нас хоть некоторые, там один-два, а у этих ни одного нету праведного. И однако ты с ним обращаешься лучше, чем с нами. Нас всяко Господь пред народами показывает. Говорит, жило две сестры, Агола и Агалиева. Считаем. И как они блудили друг перед другом. Это блужение называем, блудом. Росых египтян находила, которые измяли твои девственные сосы. Ну, настолько все правильно. Под каждым ветвистым деревом ты широко раскидывала ноги. Чего же она ноги-то раскидывала? Для чего? Кино хотела посмотреть или дыхательная гимнастика, йогов. Пророк, что имеет в виду? Под каждым деревом широко раскидывала ноги. Ну давайте зажмем уши, не будем слушать. Что непонятно-то, для чего она там лежала и раскидывала ноги? И это говорит пророк Божий. Пророк, избранный Богом. И он сделал все как надо. И эти слова Бог говорит, я в тебя вложу. А он только поносит и поносит нас. И что сделали? Убили. Он говорит, я сказал, и убили его между жертвенником и престолом. Вот так. Так что будьте очень осторожны. Меч Господень приближается. Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклят! Кто меч Господень удержит от крови. А все хорошо, да ладно, только хорошо. Проклят будешь за это. Ты вопи до небес, чтобы
чистого места не нахожу, не нахожу. Все завалено мертвыми овцами, скотомогильник устроили. Пришел к погибшим овцам Израиля, слышал такое? Да мы вот они живые, дохлые вы, никого нету. Козлы. Овец-то и нет никаких. Ну, священники, псы, собаки, бредящие лежа, не могущие лаять, не проповедуют. Кто сказал, пророк? На кого? На священников? Да как же он посмел? Не твое ума дело, Бог повелел, он сказал. Только тогда может исправиться, когда действительно до печенок пропечет. Не надо играть этим. Ты охота, чтобы хорошее было? Хорошо говорили. Хорошо и делать, чтобы было хорошо. Лгать не надо. У нас хуже некуда. То есть истина у нас, но служители должны быть истинные. А почему у них вот так все? Ну, говорят, почему. Их сатана завоевал, у них ничего не видно плохого-то. Так можно что угодно скрасить. Надо открыто, смело, ну, вот, помолиться. Не так, что каждая бабенка пойдет и будет тыкать пальцем. Конкретно, четко, ясно, самому сказать или через кого-то. Молиться надо постоянно. Но и умалчивать нельзя. Нельзя. Господь говорит, кто сей, говорящий словами без смысла. Словами без смысла. Иов все обратил к себе, говорит, я говорил, вот и раз, и два, а отныне, говорит, ни слова не скажу. Рот закрыл. Все. Чего я больше всего страшился, то и постигло меня. Так же было против Григория Богослова воевали. Он посмотрел на них, щипите, сидите, как гуси, как галки тут черные. Встал, потряхнулся и пошел. Пошли вы с вами разговаривать. Вот они какие были кроткие. А Моисей назван кратчайшим. Вот когда он помолился, чтобы все погибли, земля разверзлась. Это мы Моисей кратчайшим Бог назвал. И когда Моисей был на вершине, там нашлись люди, которые стали агитировать, вернуться в Египет, пока они все не перемерли. В Египет. Ну, нас же, ну как, они агитируют, жены слушают, ребятишки назад идут, отрываются. Что делать? Кто Господень ко мне? Кто Господень? Подойдите ко мне. Левий на колено сдвинулось с места. Это Моисей командует, кратчайший. Мечи вон из ножен. Проверить по шатрам, кто хотел вернуться, резать всех. Каяться, не каяться, режьте, вонзайте меч в них, как в масло войдет. И они пошли по шатрам. Кто хотел вернуться назад в Египет? Ну-ка выходи, ты, я. Тут же в живот ему кинжал выскочил с другой стороны. 3600 человек мертвые лежат. И успокоилось все. Взвыл весь народ. Осиротели семьи. Неважно. Бунт утишили. Считайте Библию внимательно. Это говорит кратчайший. Самый не кроткий, а кратчайший. Моисей, Моше. И вот этот Моше завел. И все кончилось. Да кого к чему призываете? Я ничего не призываю. Я говорю, надо правильно разбирать. Не тот друг, кто медом мажет, а кто правду в глаза скажет. Вот так. Мне вот священник говорит, благодаря вам я пересмотрел свое, говорит, это отношение к этому. И сейчас нигде нету, чтобы не в полное погружение. И учить надо. Они 50 минут не хотят учить. А на нас нападают. А у нас 500 часов была подготовка. 500 часов. И вот и раскинь. Если по часу в день, это 2 года надо. И они на нас нападают, ржут, поносят всякое. Ну, это их дело. Но мы назовем вещи своими именами. А то придумали, ничто человеческое мне не чуждо. Ну, к чужой жене пошел. Так почему? Так это и вот Чарли Чаплин ходил по чужим. Иван Грозный там 6 раз женился, разженился. Киркоров, там Пугачев, будем собирать. Он говорит, возьмите меч и пройдите по городу. И на ком не будет начертания Божие, режьте, взрослый или малый. Вот как Господь говорит Иезекиилю. Говорить надо, но как сказать, только один вопрос. Как?
положение хуже некуда. Еще раз направляю. Действующих правил 719. Из них 413 каждый день в каждом храме нарушаются. Ну, может быть, 1, 2, 3 какие-то есть там, говорит, на пескариках живут. И это сегодня конкретно. Если ты будешь знать, ты не будешь молчать. Внутри тебя будет как огонь разлитый в костях твоих, о чем Иеремия стонал. Я хотел молчать, я удерживался, но внутри как огонь разлитый. Значит, он глаголом мог жечь сердца людей. Как Пушкин писал, глаголом жги сердца людей. А это означает обличение, строгое и грозное. Адам, где ты? А последние люди будут преследовать, кто правду говорит. Вопросы? Ну вот Виталий Калиников пишет, да, картина маслом, царские врата открыты, а баба в лосинах без юбки, в длинной рубашке, дочь второго священника с клироса и в уборную, отхожее место напротив алтаря. Все это происходит на виду молящихся. Вот он просит зачитать. Ну, тут понятно, это все может быть как-то. Но она обратно уже, чтобы не заходила. Бывает так, заболела внезапно, недержание, да мало ли еще будет-то. Тут нельзя препятствовать-то. Но дальше, чтобы она уже не возвращалась. Помыла руки там и стояла где-нибудь сзади. Вот это только надо сказать. Я на это внимание бы не обратил никакого, потому что мы немощные. Другой не может простоять там 2 часа, там недержание или еще что-то. Да мало ли что. Я Виталия не осуждаю, я конкретно говорю. Надо знать, где что сказать. Об этом молиться надо, не просто брякнул да и пошел. Но он акцент делает, что туалет против алтаря построен. Туалет напротив алтаря, прям вот напротив, в одной комнате, можно сказать. Ну как это так? Не знаю я этого, не видал никогда. В Испании это, у нас такого еще не додумались. Прямо в многоэтажке. Игнатий Тихонович, алло. Алло. Меня слышно? Да. Конечно, слышно. Дело в том, что такой момент, у них не позволяют условия. Храм в многоэтажке, вот. И, ну, то есть, им так получилось, они так сделали, что они вынужденно сделали храм напротив алтаря. Но я им говорю, вы хотя бы на время богослужения, пускай в него не ходят люди. Царские врата открыты, идет литургия, и туда с клироса ныряют прям, ну, в этот в туалет там все. Ну как это, я вообще не понимаю. Такого я тоже еще не видел. Но он хоть написал, священник, что в надпись, что я вас прошу во время богослужения не ходите в туалет. А то такое прям творится. Безобразие. Я был в Америке, в Сакраменто. Священник, говорит, ничего не мог сделать. Предупредил раз другой и сказал, буду запирать. И теперь, говорит, на замок запираю. Ну, кому еще что-то слишком там приспичит, там, видимо, старости дал ключ и сказал, там, бабке какой открой. А остальные, чтобы не ходили. До службы пришли, сходили, и все. На улице обыкновенный сортир. Хороший город. И все запирать стал и прекратилось. Это не на улице, это в храме, рядом с клиросом. То есть вот это уже... Я видел, уже еще вот раз скажу, алтарь... я видел это. Такое я видел. Ну, не знаю. Может, нигде больше не видел. Игорь Тихонович имеет в виду, чтобы сделали на улице, надо, чтобы на улице был. Купите биотуалет, скиньтесь, поставьте на улице и ходите не туда. Не знаю. Есть ли возможность на улице ставить, тоже не знаю. Ой... Я видел это такое, прямо алтарь, и к алтаря сбоку, одна и та же стенка, в туалет и туда. Ну, не то, что, говорит, в уста входит, а что из него вываливается. Это не оскверняет человека. Да, пища входит и выходит.
Ну, Игнатий Тихонович, вы даже если приводите в своих правилах, что во время строительства храма старались не шуметь, вот Соломонова храма, а тут такое творится, ну, на время бы, тем более туалеты рядом, кафе там есть, еще где-то, ну, люди, сходите туда, ну, тут идет литургия святая святым. Я этого не могу понять, Игнатий Тихонович. Я не видел всех обстановок, все обстановки не знаю, сказать ничего не могу, ни слова, не знаю. Это надо увидеть. Даже ты что видел, так не верь своим глазам. Может быть и так. В данном случае никак. Это немощь человеческая заставляет. Тут надо быть осторожным. Завтра Господь расслабит чрево, ты не сможешь выйти из дома. Будет все время течь и какать. Это организм, развалюха. Я не одобряю, ничего не могу сказать, не знаю. А если бы рядом был, ну рядом был, да, сказали. У нас выйдешь и метров 30 отойдешь, и тут во дворе там стоит туалет. Ну, на улице сортир, яма. И то уже предупреждаешь, видишь, они и те же выходят. То есть они немощные, им ничего не говоришь. Но если зашли обратно, уже из притвора в храм не заходить. И все согласились, и все решилось очень просто. Что, время у нас. Помолимся, давайте. Так, ты попроси Виталия помолиться. Достойно истекало истину, блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Молись, брат Виталий. Алло. Слышно, Виталий, молись, да. А, Сергей, у меня Константин сын, у него сегодня день рождения. Вот ты хорошую молитву читаешь вот за сына. Помолись за своего и за моего, пожалуйста, вот этой молитвой. А я сегодня за обоих молился как раз, не за всех. Ты сейчас молись о завершении занятий, поблагодари Бога, Игнатий Тихонович. Господи, слава Тебе, благодарю Тебя за молитвы отца Игнатия и братьев Потеряевско-Барнаульской общины. Благодарю за эти мгновения, которые мы проводим на занятиях. Вот. Не знаю, больше ничего не приходит. Благодарю Тебя, Господи, и благодарю братьев. Спаси Христос. Слава Христу, аллилуйя. Надо молиться правильно, а так что собираемся попутно сказать доброго пути с легким паром. Аминь. Спаси Христос. Сколько, Виталий, сыночку твоему-то сегодня? 13 лет. О, 13 лет один раз в жизни бывает. Ну. Да. Спаси Христос. Виталий, там Ирме и... Благодарим за молитвы, за занятия. Регисту и Ирме, поклон. Да, да, Игнатий Ильич. Да. Мы их помним как благодетелей своих. Спаси Христос, Игнатий. Скажи, если путь будет сюда, с радостью примем у себя здесь и в деревне. Ну да, хорошо.